Житель Черноморска Александр занимается фридайвингом. В четверг он пошел искупаться в море в районе профилактория «Чайка». Александр даже не мог представить, чем закончится обычный поход на пляж. Я занимаюсь любительской подводной охотой. Иногда, если попадается какой-то там опасный предмет, там арматуры, я пытаюсь это вытащить, чтобы люди не поранились. Вчера в 12:30 приблизительно погружался недалеко от забора, 25 метров где-то от берега, и нашел неопознанный предмет. Пришлось его поднять. Обнаружилось, что это ручной гранатомет «Муха». Он выглядел как обычный тубус, ну как ручной гранатомет обычный выглядит. Весь покрыт в мидиях, но я его опознал, потому что там был прицел. Сразу стало понятно, что это боевое оружие. Ну, я его аккуратно пытался от людей подальше отплыть и положить там, где будет безопасно. Из-за этого мне пришлось заплыть на территорию порта. Милиция приехала буквально через минут 15. Все организовали очень быстро, оперативно. Сняли это все, пофотографировали, и фотофиксацию сделали, опросили меня. И мы поехали дальше в отделение, уже подробно я расписал все. Наша погранслужба, не вдаваясь в подробности, оформила на меня административный протокол за то, что я туда заплыл. Не за то, что я там вынужден был туда заплыть, потому что здесь были люди, я обезопасил взрывную эту волну. Вот так как-то получилось некрасиво. Получается, они мне инкриминируют теперь, что я нарушил административный кодекс. Полиция тоже сказала спасибо за то, что я это нашел. Единственное, что получается, что сделал добро, а за добро ответили штрафом. Сотрудники полиции изъяли необычную находку. К счастью, она опасности не представляла. Хочется напомнить горожанам, что в случае, если вы обнаружили какой-то подозрительный предмет, не нужно пробовать, как он работает, либо разбирать его, а нужно сразу же вызывать соответствующие службы. Юлиана Морозова, Светлана Кузьменко, городские новости, ИТ-3.